панове, ви всі на місці сьогодні. Це дуже приємно. Я вітаю вас. Я пропоную не гаяти часу і чим скоріш розпочинати вечір. Юлю відкриватиме вечір твоя підопічна. Я тут підрахувала, що пісня, яку співатиме Даша, з'явилася якраз тоді, коли вона народилася. Скажи відверто, цього тижня у вас, окрім репетиції з вокалу, був ще й урок історії. Добрий вечір, дами і господа, уважаємо телезрителі. Признаюсь честно, для меня и для нашей команды эта неделька была, ну, мягко скажем, адовой. Потому что, ну, мы знаем очень много хитов 90-х, 2000-х, фирменных английских песен, супер-супер крутых и качественных. Но когда нам поставили задачу русскоязычные, украиноязычные хиты, вот тут у нас у всех был некий шок, потому что мы не могли вспомнить вообще песни, которые бы нам нравились. Особенно это касается Даши Соколовской, которая, ну, в 90-х это для нее пустое слово, она, ей всего 17 лет. Песня ей досталась 99-го года, и я считаю, это самый удачный для нее вариант, потому что сама мелодика и текст очень красивый, ей очень подходит. Встречайте, дамы и господа, Даша Соколовская. Я від тебе вкриваюсь родинками, це тому, що ти моє сонце, ти моє сонце. Я уверен был, что она сойдет гораздо раньше с дистанции. Она все продолжает и продолжает. Видели мой дуэт? Он был шикарный. Very, very good singer. Ну все. Она очень заботливая. Всегда помогает нам с уборкой. Даже был такой стимул, она убирает, ты не можешь, чтобы девушка одна убирала твою комнату, ей сами убирали. Просто отдыхаем, едим еду друг друга, я не знаю. Носим друг друга носки, кстати. Я носки свои ношу, если что. А шапку ее. Она очень много для нас сделала. И мы решили сделать ей приятно в виде подарочка одного. Здравствуйте. А можно забрать заказ? Вот, пожалуйста, ваш интернет-заказ. Спасибо. Я такого ищу. Сюрприз! В смысле? Сейчас, у нас у тебя есть небольшой сюрприз, вот. Мы просто тебя очень любим. Что, серьезно? Да. Надо загрузить эти книжки. Пожалуйста. Мы тебя очень любим. В жизни она такая провинциальная девчонка, Дашка Соколовская, которая только что в огороде поралась, корову подоила. В смысле? Но когда она выходит на сцену, она меняется. Тема нашего вечера – это 90-е хиты. Мое детство – это были 90-е. Это там лосины, жвачки, сникер. Я что-то волнуюсь. Почему-то, когда я слышу суровые 90-е, я что-то начинаю представлять сразу. Ну, простите, пожалуйста. Типа травку, кабаки. Ну, блин, I'm sorry. Ну, что я могу знать, если я в 99-м родилась? Даша. Тоже боится моя девочка. Для нее 90-е — это что-то такое
ну, не совсем понятное. Меня все спрашивают, какую ты песню поешь? Я говорю, они... Не плачь. Ла-л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 а. Всем все равно нужны ее слезы, переживания. Она должна собраться и работать, идти дальше. Дарья Соколовская. Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо загрустив наклонилось, в сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала. Землю тихо опустилась. Зима, зима, зима. Я для тебя не погасил свет в одиноком окне. Как же, что это все приснилось мне. Даша Соколовська на X-Factor, ваші оплески Даші, Дашуню. Ти була прониклива, чудова. Я дивуюсь, який вже раз, як Даші вдається чіпляти заживе. Ну що ж, зараз послухаємо Андрія. Як тобі сподобалось? Ви знаєте, це дуже прекрасний вибір пісні. Я навіть був удивлен, оскільки я думаю, ну такий возраст, і от цікаво, що Даші пропонують по репертуару. Дійсно, такий дуже складний, непростий день 90-ті. Блестяще по возрасту підходить, блестяще було. Ну там були нюанси, але все одно спіта не як у Алсу, а по сьогоднішньому, да? Це добре. Я поздравляю. Даша, молодець. Дякую. Антоне. А вот я наоборот считаю, что если песня изменилась до неузнаваемости, то это не всегда хорошо. Потому что вот в такой день, когда мы вспоминаем песни 90-х, они должны вызывать у человека воспоминания,
какие-то эмоции, ностальгию. А так как Даша эту песню, она не прожила ее, ведь в то время, когда эта мелодия, эта композиция терзала сердца юных девушек, Дашка, наверное, еще в песочнице игралась. Но она ее спела по-своему, действительно. Старалась петь душой, сердцем, но чувствовалось волнение ее, чувствовалось, что она не уверена немного вот в своем номере. Но ей нужно было открыть этот выпуск, конечно, понятно. Посмотрим. У меня двойственные ощущения по поводу Антон, выступления. Антон, Даша через те не могла нічого відчувати, що в той рік, коли з'явилася ця пісня, вона народилась. Вот-вот, я о том же. Дякую, зрозуміло. Ну, молодец, молодец. Костя. Ну, мне кажется, вот продолжается удивительная какая-то эволюция Даши на нашем проекте. То есть начинала она с песен Бейонс и Рианы, которые она сама выбирала. И вот, собственно говоря, с каждым разом ей дают все более и более, казалось бы, несвойственный ей репертуар. И с каждым эфиром она, мне кажется, все лучше и лучше. Причем она делает все это с какой-то удивительной легкостью и органикой. То есть другой бы на ее месте сопротивлялся, чувствовал бы себя неудобно и неуютно. Она себя чувствует, мне кажется, во всех этих песнях и в прошлом эфире, и вот сейчас блестяще, притом адаптирует все это, подстраивает под себя весь этот репертуар. Ну, сегодня блестящее выступление было, мне кажется. Молодец. Дякую, Кості, дякую. Я хочу сказати, що 61% наших дописувачів на телепорталі Дашу підтримали, їм сподобався її виступ. Тепер наставницю тобі слово. Ну, мне кажется, уже да, все привыкли к тому, что моя команда всегда перепевает по-своему композиции. И действительно, только так, только в такой более модной обработке Даша смогла бы почувствовать эту песню. Кстати, я хотела бы сказать, что такой вариант именно придумали вместе Даша, вместе с Севой, за что ему большой респект. То есть действительно у нас в шоу люди дружат между собой. Вот. Антон, я прекрасно понимаю твое ощущение, почему Даше было некомфортно. Знаете, если бы я стояла на сцене в таком мешке, я бы тоже, наверное, чувствовала себя не совсем комфортно. Мне очень жаль, что стилисты не прислушались к моему пожеланию сделать все-таки из Даши современную девушку, подростка, да, 17-летнюю, и она выглядела немного старше своего, вернее, намного старше своего возраста. Но это не к ней вопрос. Я призываю зрителей голосовать за то, какая Даша, и за то, как она красиво спела эту песню. Правильно, правильно. Дякую. Андрію, ви почули враження наших суддів. Що скажете ви? Юля, ну, во-первых, спасибо, что ты назвала мое пальто, которое любезно предоставил Даше, мешком. Мне очень приятно. Даша, ну, блестяще спела. Знаешь, по старой доброй вот привычке я во время этой песни достал плед, термос, чаем. Носки у меня всегда с собой, Даша. Да. Вот. И попросил оператора, он сходил на улицу, принес мне жменьку снега, и мы грустили вот все вместе. Грустили. Что ты переживала, когда пела эту песню? Ну, у меня было какое-то двойное ощущение и грусти, и радости одновременно. Я до последнего боялась, что я не смогу прочувствовать эту песню, но все-таки вот в последние какие-то вот дни подготовки я нашла для себя такую маленькую историю, которую я взяла за основу. И это она действительно мне очень помогла воплотить все-все-все мои эмоции и переживания в эту песню. И сейчас хочу очень поблагодарить еще очень Севу. Севочка, тебе спасибо большое. Мы вместе. И Юля, спасибо тебе, что очень помогала. Ну, я не знаю, если бы не они, я бы, наверное, не смогла так детально прочувствовать эту песню и выступить на этой сцене. Такая речь. Друзья мои, если вы хотите, чтобы Даша осталась в нашем проекте, вам нужно за нее голосовать. Делать вы можете это очень просто. Выражайте свою поддержку бесплатно через мобильное приложение «Телепортал» или по номеру 0900 901 012. Также можно отправить смс с текстом 12 на номер 7766. Не жалейте своих голосов. И звонки, и сообщения стоят меньше гривны. Даша, ну удачи тебе. Это была Даша Соколовская.